5-1. Мы потеряли еще один вертолет. Оставьте позиции и отправляйтесь к месту падения. 5-1, все в порядке. Мы продержимся. Двигайтесь ко второму вертолету. Понял, 1-1. Командир, мы можем выдвигаться. Да, 5-1. Наши бойцы разбросаны по всему городу. Берите с собой всех, кого найдете, и пробивайтесь ко второму вертолету. Понял, командир. 5-1. Мы только что потеряли связь с одним из наших людей. Он должен быть к западу от вас. Немедленно направляйтесь к нему. Потери недопустимы. Будьте очень осторожны. 5-1. Ясно, что снявшие волосы по голове не плачут. Но мы не хотим новых жертв. Постарайтесь избегать жертв среди мирного населения. Понял, командир. 5-1. Кажется, я прямо перед вашими позициями. Давайте выбираться отсюда. Чисто. Рад вас видеть. Что, черт возьми, происходит? Мы потеряли еще один вертолет. Что? Ястреба? Да, все, пора идти. 5-1. Меня зажали в двухэтажном здании к северу от вас. Не знаю точно, где я нахожусь, но передо мной круглый двор и куча техники. Держись, мы скоро будем. Осторожнее! Эти негры повсюду! Не подходи! Вперед! Проверить цели! Вперед! Мы должны подавить ту долбанную огневую точку! Отличный выстрел! Верхний этаж зачищен. Все в порядке? Не сдавайся, парень! Вперед, у нас мало времени. Пять-один. Разведка передает, что один из ваших людей блокирован в здании в конце улицы, к юго-западу от вашей позиции. Ясно. За мной! Я с тобой! Минус нигер!
мне! Нет! Не подходи! Вперед, вперед, вперед! Будь проклят! Дамаг заселит снайпера. Прикрываю. Нас обстреливают. Ну что, вперед? Я с тобой. Пошли, нам нужно добраться до второго вертолета. Вокруг засели снайперы. Понял. За мной. Понял. 5-1. Оставайтесь возле второго вертолета и ждите отряд 5-3. Сдерживайте натиск боевиков и будьте готовы уходить по первому сигналу. Есть, командир. Говорит рейнджер 2-3. Прием. 2-3, говорит 5-1. Где вы? Черт его знает, маэстро. Мы под плотным огнем на каком-то складе. Понял. Мы найдем его. Осторожнее! Эти негры повсюду! 2-3, говорит 5-1. Где вы? Можешь подать сигнал? Да-да, сейчас! Бросаю дымовую шашку! Понял! Понял! Ну!
Пошли, нам нужно добраться до второго вертолета. Ясно. Я за тобой. 5-1, говорит 5-3. Мы находимся к северу от вас. Закрепились в одном из домов, но нас оттуда выкуривают. Мы под плотным огнем. Видимо, придется отступать. Понял. Их слишком много. Ну, прикройте же. Вперед, вперед, вперед! Вперед, вперед, вперед! Командир, говорит 5-1, у нас большие потери, мы под плотным обстрелом. Кажется, придется закрепиться здесь на некоторое время. Понял, 5-1. Делайте все, что в ваших силах, чтобы избежать новых жертв. Берегите себя!